Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Выкладываю вам больше различной информации для вашего весеннего расширения. Солнце ярче, расширяемся мощнее и воспринимаем высокие частоты более гармонично, при этом одновременно трансмутируя то, что нам уже не подходит и что поднялось на поверхность. Допустим, жадность. Вашему вниманию сегодня предлагаю тему Марты «Жизнь на новой земле. Свобода творить свою реальность». Отец Абсолют, читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Итак, продолжим. Возводить здание нового мира пятого измерения. И следующим кирпичиком, который следует положить в его основание, станет закон свободной воли. Как же вы можете его визуализировать? Каждый по-своему. Но опять же, превалирующей энергией должна стать энергия безусловной любви, которая исключает принуждение, насилие, контроль, унижение личности, свойственные миру третьего измерения. Вы можете представлять себе людей, занимающихся любимым делом, поскольку это то, что выбрала душа человека. Его занятие приносит ему радость, творчество и наслаждение. Он с головой окунается в него, не замечая, как летит время. Он думает о том, какую пользу его творение может принести людям. Он делает то, что по-настоящему нравится ему, а не то, что приходилось когда-то делать по принуждению для заработка, самоутверждения в обществе, следуя шаблонам успешности в трехмерном мире. Он проявляет свободную волю, и от этого душа ликует, а сердце наполняется теплом. Вы можете превратить визуализацию этого закона в веселую игру. Например, увидев грустное и усталое лицо продавца в магазине, наполните этого человека энергией вознесения, а затем представьте его себе уже совсем другим, жизнерадостным, приветливым, улыбающимся, искренне любящим свое дело, доставляющим радость каждому покупателю, который заходит в его магазин. То же самое вы можете проделывать с таксистами, водителями общественного транспорта, чиновниками в различных учреждениях, коллегами по работе, словом, с любым человеком, который встречается на вашем пути. И это не будет вмешательством в его личную жизнь, в его энергетическое пространство. В данном случае вы будете лишь делиться с ним своим знанием вселенского закона свободной воли и той энергии, которую он несет. Но каждый человек волен принять ваш дар или отвергнуть. Тот, чьи вибрации позволяют это делать, примет его с радостью, и вы увидите, как этот человек начнет преображаться на ваших глазах, благодарно впитывая посылаемую ему энергию высоких вибраций. А тот, кому это не нужно, отвергнет ваш дар, порой проявив даже агрессию, настолько бесполезной и чуждой окажется для него излучаемая вами божественная энергия. И к этому вы должны быть готовы, родные мои. Это тоже проявление свободной воли, может быть неожиданное для вас, но которое, тем не менее, существует в нынешнем трехмерном мире. Не забывайте, к тому же о том, как много на Земле существ, не обладающих божественной душой, но воплощенных в человеческих телах. Я думаю, что большинство из тех, кто читает сейчас это послание, уже научились чувствовать вибрации людей хотя бы интуитивно, что поможет вам избежать ошибок и разочарований. И тогда ваша игра в сотворение общества счастливых и свободных людей доставит вам много приятных минут. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Свобода творить свою реальность». Маленькое дополнение. Дорогие друзья, у нас много лет. Уже есть такая практика, когда мы
Вокруг каждого человека создаем радужное поле сознания, которое пока многим еще недоступно по причине того, что не могут сбалансировать мужские и женские энергии, выйти на обнуление и, естественно, выйти на радужные поля сознания. Потому что они находятся за вашим обнулением, за балансом. Еще есть очень простой такой метод – это работать с самим собой, что, по-моему, сегодня доставляет много радости многим людям, и обозначать, что как у меня, так и у всего человечества, или как у меня, так и у всего рода человеческого, как вам будет удобно. И для скептиков, кто постоянно говорит, что ничего не меняется, попробуйте применять фиолетовое пламя. Все, что вам не нравится, вы можете трансформировать. 3 числа с сущностью Умритас. Это сущность, которая больше нашей планеты. И каждый день вы можете приглашать Сен-Жермена. Все, что вам не нравится. Неважно, что это. Вы можете трансформировать фиолетовым пламенем. Все, что здесь было сказано, это самое настоящее активное творчество. То есть вы художник, и вы рисуете свою реальность, в которой вам же и комфортно жить. И когда вы говорите, что ничего не происходит, это говорит только о том, что вы замерзли, застыли, и ничего не делаете, ничего не созидаете, а только требуете, что является привычкой потребительства нашего трехмерного мира. Когда вы ее трансмутируете, эту привычку, вы откроете для себя много новых возможностей. И свой 5 центр, центр творчества, который при соединении с вашим 6 и 5 центром будет приносить вам плоды вашего творчества, и вы будете их видеть.